Ой, Женька, просыпайся, Жнёк. Сегодня Новый год. Лен, ну еще 5 хвилин. Жень, ну какие 5 минут? На Новый год на пороге. Ну что? Вот-вот, в самую точку. На самом, что ни на есть, пороге. Я уже 20 минут жду, пока вы проснетесь. Юрий Николаевич, как вы здесь очутились, а? Ну как, самым что ни на есть, волшебным образом, я ведь все-таки Дед Мороз. Ой, господи. Держи. Неужели через Демар? Практически. Я просто у вас на диванчике уснул вчера. Юрий Николаевич, на каком диванчике? Я вчера дверь закрывала, вас на диване не было. Ну, по всей видимости, я уже в это время был под диванчиком. А оце народ гуляет, оце я разумею. Ну да, только гуляет он почему-то у нас в спальне. Юрий Николаевич, ничего, вот, а если бы я, извините, голая была? Леночка, ну не извиняйтесь, я вас прошу, вы же все-таки у себя дома, да? Я бы все прекрасно понял. Ладно, ладно, чего пришли-то? А, я пришел, так сказать, договориться по поводу празднования Нового года. Мы же вас собрались отмечать, правильно? Ну да. Так, собиралось, Юрий Николаевич, только свято в вечере. А вы уже с самого ранку ходите наряжены. Действительно, Юрий Николаевич, вам же сегодня еще утренники вести. Лен, я тебя прошу, его самому до тех утренников довести. Послушайте, друзья, я вам это так сейчас расскажу. Я эти утренники каждый год веду. И если в этом году я окажусь там в другом состоянии, дети просто не поверят, что я настоящий Дед Мороз. Понимаете? Mm-hmm. Да. Так что давайте, как договаривались, друзья, с вас стол и елка, с меня шампанское и, о, это увеселительная программа. Ну, опца, да. Опца-ца. Да? Ну все, адьос. Дед тут. Давайте. Оленей не забудь своих. Ой, кошмар. Надо же, какой человек, да? В дом ввалился ни свет ни заря, все с ног на голову перевернул, еще и перегаром своим надышал. Ты уявляешь, как бедным детям зараз будет 2 години хороводы водить в протигазе? Это кошмар. Жене, имей совесть, мог бы и помочь. Слухай, Лена, как ты можно зрозуміти? То ты кажешь, иди не мешай, то кажешь, мог бы и помочь. А что я должна была сказать, когда ты в оливье собрался кабачки резать? Что было не порезано, я это и резал, Лен. Действительно, с таким подходом можно было и мандарины туда уже, и лимон, а чё? И вообще, хватит прохлаждаться, иди хотя бы елку наряди. Тю, вот же, жінка, никакой логики нема, Лен. Спочатку, чтобы ей прикрасить, ей купить треба, ну. Що я мав зробити 3 дні тому? Угу. Без паніки, Лен. Я зараз все буде. Що я зимою ялинку не знайду. Так. Так, дуже дякую. О. Ну що ж, я в принципі догадувалась. Я так і знала, що всі нормальні ёлки розкуплять, і нам прийдеться зустрічати Новий год з іскусственною, да? А от і ні, Лена. Ні. Ялинок справді не було, але я знайшов вихід. Увага. Зараз. Оп. Оп. Готово? Не, страшно. Ну? Та-дам! Женька, я, конечно, все понимаю, но это же кактус. Ну? Ну что, вообще елок не было? Ні, ну була одна на Майдані. Я почав її рубати, міліція набігла, я ледве втік. Понятно. І ти хорошенько все обдумав і основательно взвесив, рішив купити кактус. Так, я знав, що це тебе приємно здивує. Ти знаєш, мене завжди умиляло, як ти можеш швидко определити моє настроєння. Я ж твій чоловік, Лі. Ну так. А как ты собрался ее украшать? Я так понимаю, обычные игрушки здесь же не подойдут? Тут Женька тоже все продумал. Так. Та-дам! О! Шо? Как говорится, здравствуй, Женя, Новый год! Привет. А что, вы не витали сегодня? Лена, так куда ставить его?
Да сами! Сами вы зенки позаливали! Человек просто домой с работы уставший идет! Тоже мне люди пошли. Хамы, представляете? Привет, соседи. Здравствуйте. Да, ну как идет подготовка к тому торжеству? Да нормально, Юрий Николаевич. Вы, как я погляжу, уже готовы. Слушай, Лена, а мне сдаете, чи действительно до нас бородатая снегурка завитала? Надо делать паузу. Представляете, Евгений, мне только что показалось, что вы кактус вместо елки нарядили. Так что вы меня там спрашивали, а? Я пытался, з яких це пір, Юрій Миколаївич. Нас Діди Морози ходять в жіночому вбранні. О, так вот оно в чем дело. А я думаю, чего это в театре меня ни в мужской, ни в женский не пускают. А я ж это... Да, как же это так получилось, Юрий Николаевич, что вы одновременно в двух нарядах, а? А это, Леночка, все мои творческие амбиции. Ага. Знаете что, Юрий Николаевич, красть шубу в снегурке, это криминальщина, скорее, ниж амбиции. Снегурочки там и в помине сразу не было. Я решил просто, что с двумя ролями справлюсь. Тем более, что двойной гонорар никому под Новый год не помешает. Слушайте, а дети вас не питали, чего это в таке свято, онука Деда Мороза ходит непоголеный? А, не, ничего не спрашивали, да. А, ну таких же ж воспитательницы, такие воспитательки ко мне и не пустили совсем, да, да. Но зато потом сказали, что очень все понравилось им, понравилось. Я думаю, что да, в следующем году точно меня опять позовут. Ну да. Ну да, ага, это, ага. Это действительно угу. Возможно. А в мешке что носите? Ой, так это же я должен был подарки детям раздать. Да, по-моему, я все-таки что-то забыл. А, точно, я же Юзику хлеба обещал купить. Ладно, все, соседи, пока. Бом-бом-бом, Новый год к нам идет. Да, а нам же не с ним еще всю ночь отмечать. Не хвилюйся, Лена. Вот когда куранты пробьют 12, наша попелюшка остаточно перетворится на гарбуза. Так, елки есть? Женька, а ты не видел, где рюмки, которые я недавно покупала? Вот там, в шафе, мабуть, Лена. Что ты делаешь? Я говорю, там, в шафе. Женька, ты что, с ума сошел? Ты вообще в своем уме? Что ты швабры над столом трясешь? Ты потом за ним есть будешь, между прочим. Чего страшного? Шу. Посадишь туда юзика и все. Боже мой, это же надо быть таким неряхой. Попросила полы помыть тоже. А я мыю, Лена, чего ты чепляешься? Да я вижу, как ты моешь, вон уже целая лужа на полу, хоть сапоги резиновые одевай. Значит так, як вмію, так и мию, и взагалі. Не подобається, давай поменяемся, я буду эти чарки шукати, а ты мий підлогу. Да с удовольствием. Вот на! Не труси шваброю над столом. Ну, приймайте работу. Все, да? Так. Вы знаете, что-то мне не совсем понятен этот метод сервировки. А почему только три тарелки? Я зараз поясню, что это. Там сидит мой Юзик. Навіщо ему тарелка, если он одразу схопит миску оливье? До речи, ты две миски салата? Зачем? Тому що першою мискою олів'є Юзик проводить старий рік, а другою мискою він зустріне новий. Угу, понятно. А у Юрія Николаевича дві рюмки, я так понимаю, для того, щоб він по-македонськи пив з двох рук, да, сразу? Леночка, тут сидітиму я, а дві чарки мені для того, щоб наздогнати Юрія Миколаївича. Угу, понятно. Угу. А здесь хто сидить? Тут сидитимеш ти. Я? Угу. А чому ти мені нож не положив? Ну, тому що коли я все ж таки наздожену нашого Діда Мороза, ти будеш неозброєна. Да. Оп! Я жартую, Лена. Ну ти що, я тільки шампусик. Ну, смотри мені, то-то же. Та-та же. Пластиковую будешь їсти.
слухай, Ленка, а чого ти, коли мажешся, рота відкриваєш? Ти не боїшся, що муха залетить? Не боюсь. В твоїй же голові тараканы как-то уживаються всі вместе, нічого. А ти що, от в этом собрався Новий год встречати? Так, а що? Ну, коли заляпаю, не шкода буде. Ну так, дійсно, пойди ще сімейки одень. Ти нормально, Лен? Ти що, думаєш, що я по хаті без трусів ходжу, чи що? Жень, я маю в виду, що потрібно одягнутися якось нарядно, ну праздник все-таки, ну що ти... Чу? Лен, і... Добрий вечір, з наступаючим святом вас. Ой, здравствуй, Юзик. От бачиш, навіть Юзик костюм одяг. Дядько, а у вас немає зайвих спортивок? А то я боюся брюки заляпати. Ні, Юзик, немає. З мого гардеробу на тебе тільки... шторы налезут. Юзик, тебе не нужны никакие спортивки. Ты прекрасно выглядишь. Я вообще тебя таким красивым не видела еще. Молодец. Слухайте, а может нам какие-то альтернативные костюмы придумать? Какие-то маскарадные, например. Маскарадные? Да. Ну, тогда ты можешь с легкостью вот оставаться в костюме сантехника. Тебе идет очень. Ну, тогда надо было попередить Юрия Миколаевича. Та навіщо, Юзик? Ти що, він зранку в костюмі дракона вишиває, людей своїм перегаром лякає. Ні, Джей, ну який маскарад? Об этом нужно заранее сообщать, как-то заранее готовиться. Ну а что я сейчас могу придумать? Два часа до Нового года осталось. Нічого не треба думати, Лена. Ти залишайся в цьому, тільки мітлу якусь візьми і все. Это ти сейчас на ведьму намекаєш, да, так тонко? Чувствую одразу на ведьму. Ну така... Ну, наприклад, елітна двірничка буде. Елітна? Так. Тогда ти, Женечка, будеш у нас в костюмі чоловіка з поломаною рукою. Тільки гіпс настоящий буде. Хочеш? Та я пожартував, Лена. Ну, що ти за... Іди, одягайся, да? Я йду, йду я. Іди, іди, котик. Сколько там? Без 10-12? Так. Ну, пожалуйста, ну от где они ходят, а? Я не знаю, де Юзик, а от Юрія Миколаївича могли з'явитися і нові друзі. Жень, ну які нові друзі? Я ж не знаю, з ким він там в Ветверезнику міг познайомитися. О. А ось і ми. Ми бачимо. Пусть Новий год стучиться к вам! Тихо, не тут. Ні. Да. Пусть Новий год стучиться к вам! Тут! Отак! Пусть Новий год стучиться к вам! І щастям дом наповниться! І все, о чому мечтали ви, пусть в этот год исполнится! Осторожно! Не обманув, Юрій Миколаївич, концертна програма на вищому рівні. Да, ви знаєте, я такого ще не бачила. Де ти його знайшов? Та тут поруч. Я як побачив, що швидка міліція та пожежні в одне місце з'їхалися. Одразу зрозумів, що то він. Да ти що, кошмар який, що ж він натворив? Та нічого не накоїв. Він сам їх викликав, щоб поздоровити з Новим роком. Сам? А Бог з ним, давайте, де шампанське, 2 хвилини залишив. Так, Юрій Миколаївич должен був купити. Може тут, я не знаю. Де він? Ну що? Ну нічого, тут немає нічого. Якщо він його в ведмеді не зашив. Подождите, у мене одна бутилка должна була остатися. Мені на роботі. Давай, давай, Лен, давай. О, єсть. Так, Юзик, включай телевізор, Жека. Давай. Ага. Давай, давай. Давай. Любі українці, як говориться, з натупившим вас новим роком. Ну що? Та даю не. 3, 2, 1. Ура! Ура! Юрій Миколаївич! Давай. Кошмар. Где натурализм? Где? На нудистском пляже.